И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказано же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Thank you.
Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит ему Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящие. И говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейших народных. Предающий же ему дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, рави!» И поцеловал его. И Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один, бывший с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место,
ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли с мечами и кольями взять меня, каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было. Да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали.